Shingo has lost. We need to prepare. We need to sleep. We need to eat. We need to train. That's it. He wants to prove where he is. I won't compare myself with this guy because he fought with Teofimo. He wants to prove and show everybody that he is still the man. He wants to be again undisputed. Now I wanna show myself I better than Teofimo. Здравствуйте, уважаемые друзья! Наступает время большого бокса, и нас с вами ожидает шикарное зрелище. Два потрясающих поединка. В первом за титул WBO Global в среднем весе встретится казахстанец Жанибек Алимханулы и его оппонент Роб Брандт. Ну и самое главное, сегодня нас с вами ожидает долгожданное возвращение Василия Ломаченко, который выйдет в ринг против Масаёси Накатани. Для вас работают комментаторы Вадим Фурсов и Давид Кучершвили. Здравствуй, Давид. Здравствуйте, друзья. Когда Ломаченко в последний раз возвращался после поражения, на дворе стоял июнь 2014 года. 7 лет назад Василий после поражения в грязном и непростом поединке с Орландо Солидо раздельным решением судей побил Гэри Рассела-младшего и впервые стал чемпионом мира в профессионалах. Сейчас он согласился на поединок с японским боксером Масаёси Накатани. И логику Василия можно понять. Он хочет побить Накатани в более убедительном стиле, чем Лопес в 2019 году. И тем самым повысить свои шансы на получение реванша с Теофимо. Но факт в том, что в бою с Накатани Ломаченко ничего не может приобрести. Ни в плане денег, ни в плане перспектив. А вот поражение навсегда закроет перед украинцем путь в легкий вес. И что касается Василия, он никогда не искал легких путей. Он уже во втором бою на профи-ринге дрался с матером Орландо Солидо за пояс WBO. Он за рекордные 12 боев стал чемпионом мира в трех весовых категориях. И он выходил на главный бой в карьере с травмой левого плеча. И это возвращение с непредсказуемым Масаёси Накатани отлично вписывается в этот список авантюр. Сам поединок пройдет в Virgin Hotel'е. Он был открыт совсем недавно, в марте этого года, в связи с реновацией знаменитого Hard Rock, который был закрыт в феврале 2020-го. Ну и перед этим поединком, главным боем, да, нас ждет бой Жанибека Алимханулы с Робом Брандтом. Ждем появления боксеров. Это был мой третий кемп. И я думаю, что я показал в последнем поединке хорошее выступление, говорит Роб Брандт. Я работал с Теренсом Кроуфордом в этом кемпе. Он говорил, что у меня отличный джеб. Он является неотъемлемой частью моей команды, не просто боец, с которым я спаррингуюсь. И Роб Брандт на ваших экранах. Представляет он США, 90-го года рождения, 184 сантиметра его рост, 179 сантиметров длина атаки, 26 побед, 18 нокаутом, 2 поражения, 1 нокаутом. Ну и его оппонент Жанибек Алимханулы родился 1 апреля 1993 года. Непобежденный боксер из Казахстана, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, чемпион мира среди любителей, чемпион Азии и азиатских игр в любителях. В профи завоевывал 2 чемпионских пояса. Тот самый WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе. Родился в селе Жиланды Алакольского района Алматинской области. Ну и, кроме всего прочего, является кавалером ордена Курмет, который ему был вручен указом президента Республики Казахстан.
He brings a record of 26 victories, only two defeats. Что касается Роба Бранта, он является бывшим обладателем регулярного пояса WBA в легком весе. Начал заниматься боксом в 2007 году и уже в 2009 выиграл национальное первенство по любителям. В 2010 году стал победителем первенства «Золотые перчатки», в 2012 перешел в профессионалы и до 2017 года не проигрывал никому. В 2017 поднялся во второй средний вес, чтобы провести поединок во всемирной боксерской суперсерии с немецким ветераном Юргеном Бремером. В результате Брандт проиграл по очкам. Ну и на ваших экранах статистика. Как вы видите, Женебек Альханулы не знает поражений. 9 побед. И, впрочем, сам он говорил перед этим поединком, что он хочет стать не просто чемпионом мира, а его цель стать знаменитым чемпионом мира, поэтому он достаточно активен в социальных сетях, старается ярко заявлять о себе не только в ринге, но и за его пределами. Итак, поехали. Первый раунд занимает центр ринга Женебек Альханулы. И хорошая уже контратака от Альханулы Женебека. Он занимается боксом с 6 лет по наставлению деда и отца. Поэтому, конечно, не мудрено, что у него великолепная техника, которую он будет сегодня нам демонстрировать. Да, сразу же старается с позиции первого номера отрабатывать казахстанский боксер. Постоянно держит в напряжении своего оппонента. Видно, что чуть выше Альханулы и будет использовать дистанцию. Сейчас прорывался вперед, попытался выбросить удар слева, достать оппонента левой рукой. Работает в правосторонней стойке. Здесь мы увидим, как боксеры зашагивают за переднюю ногу, потому что классическое противостояние левши против правши. И пока мы видим, что зашагивает как раз-таки Брандт. Да, ну и Брандт старается постоянно смещаться, не рисковать и не сближаться пока что с Женебеком. Пока осторожное начало достаточно. Ну, а Женебек, в свою очередь, постепенно, наверное, будет включать жесткий прессинг. Хорошо попадает справа Женебек Альханулы. У Женебека отличная ручная скорость, реакция, чувство дистанции, навыки защиты, все при нем. Не попадает Брандт. Брандт гораздо медленнее. Но при этом очень здорово действует Брандт левой рукой, обладает отменным левым хуком. Всегда старается заканчивать атаку именно с левой. Сейчас, кстати, опять залетел джеб у Женебека. Брандт пока осторожничает. Пока присматривается к своему сопернику. Снова в центре. Да, и продолжай работать, говорят секунданты Брандту. Не надо застаиваться, keep working. В 2018 году Брандт провел в Лас-Вегасе поединок с чемпионом мира по версии WBA японцем Ариотой Муратой, который выиграл по очкам. А далее защитил свой титул в поединке с россиянином Хасаном Байсангуровым, которого одолел техническим нокаутом в 11 раунде. После этого потерял, правда, свой титул в реванше с тем же японцем. И последний поединок провел в августе 2020 года, одолев украинца Виталия Копыленко досрочно. Так, и с дальней руки снизу сейчас выцеливал Женебек Альханулы. По корпусу попадает сильнейшей рукой. Но ты знаешь, точных попаданий уже в первом раунде ощутимо больше, как мне кажется. У Женебека пока что коэффициент полезного действия у Брандта не самый высокий. Но это пока что всего лишь первый раунд из 10 отведенных. Да, сложно предположить, какой там план на поединок у Брандта. Брандт явно проигрывает в скорости, и ему, конечно, нужно идти вперед в атаку, выбрасывать комбинации. Если он будет работать Друзья, сейчас начнется второй раунд титульного поединка. Женебек Альханулы и Роб Брандт. Ну, в первом раунде Женебек ощутимо предпочтительнее выглядел, чаще попадал, не давал подстроиться под удобную дистанцию своему оппоненту. Что ты скажешь, Давид, на этот счет? В углу Брандту сказали, что ты должен вывести из равновесия Альханулы Женебека. И это правильно, поскольку на дистанции будет Женебек его разбивать и работать. Робу Брандту нужно комбинационно, нужно идти вперед, выбрасывать много ударов, поскольку вот такая работа одиночными, она, конечно, не сулит ничего хорошего американцу, и он будет проигрывать раунды. Безостановочно Женебек теснит американца, постоянно подшагивает с ударом.
Хорошо, кстати, сейчас корпусом тоже отрабатывает. Еще одна атака прошла у Женебека Алимханулы точно по корпусу. При этом Роб Брандт является таким скрытым левшой и, конечно, очень здорово выбрасывает левый хук. Но пока не получается у него взять контроль. И, соответственно, не может никак достать передней рукой оппонента. Использовать свое потайное оружие. Раздергивает передней рукой Роб Брандт. Ну, как-то особо не ведется на эти финты Женебек Алимханулы. Женебек все контролирует. Контролирует центр, контролирует позицию ног. Не дает сблизиться оппоненту. В широкой стойке работает. И неудобно, пока Робу Брандту не может он подобрать ключи. Вот снова попытался провести контратаку Женебек Алимханулы. Левой дальней рукой. Но за счет скорости, конечно, у него эти удары будут проходить. Правда, вот хороший джеб залетает у Брандта. Постепенно начинает находить дистанцию представитель США. Снова попытка зайти через корпус со стороны Роба Брандта. Вернее, Женебека Алимханулы, конечно. Вот еще одна двойка проходит. Хорошо, как ответил сейчас левый-правый Женебек Алимханулы. Поджимает канатом. Продолжается поединок. Допускает ошибку Роб Брандт, находясь на дистанции, ждет атаки от Женебека. И, конечно, в этом хорошая его прокол. Серия. И я думаю, что в углу ему подскажут, что нужно работать первым номером. Нужно атаковать больше. Потому что Роб Брандт просто так не возьмет на дистанции этот поединок, если будет продолжать его именно в таком ключе. Ты знаешь, с какой-то опаской прямо Роб Брандт относится к Женебеку. Можно сказать, даже с таким особым уважением. Осторожничает. И все чаще и чаще Женебек Алимханулы дотягивается не только джебом, но и получается у него осуществлять полноценные комбинации, в том числе и за счет левой и правой руки, в хорошей динамике причем. Ну что ж, продолжаем мы смотреть поединок Женебека Алимханулы и Роба Брандта. Пока все под контролем со стороны Алимханулы. Женебека контролирует он центр, выиграл два раунда, как по мне. И сейчас посмотрим, как изменится тактика Роба Брандта. К сожалению, не показали нам угол, что там подсказывали ему. Но в любом случае менять что-то уже нужно. Опять подшагивает с джебом. Правда, правой не стал бить. Как раз то, что мы наблюдали в предыдущем раунде. Часто именно так комбинировал Женебек. Левый-левый, правый, левый-правый. Ну да, такой классический почтальон, который стучит дважды, а потом вручает посылку. Да. Продолжается поединок. И вот Брандт на ближней дистанции в клинче постарался сейчас действовать. Ему как раз-таки и нужна эта ближняя дистанция. Нужно больше ударов. Может быть, зайти через корпус попробовать. Но, опять же, опытный Женебек Алимханулы, опытный прежде всего в любителях, все пока очень здорово контролирует. Роб Брандт пробует сейчас как раз пробить корпус. Продолжает поджимать Женебек. Сейчас хорошо опять с правым прямым зашел. По корпусу пробивает. Снова в центре. Поджимает Женебек Алимханулы. Но пока тоже очень осторожно, он никуда не спешит, понимает, что поединок может продлиться все раунды. При этом у него левая проходила. Хорошо, уже. Правая залетает. И, соответственно, этот удар может оказаться решающим в каком-то моменте. Вот снова пытается донести этот удар левой Женебек. Роб Брандт отступает, отдал инициативу. И опять Женебек подшагивает, постоянно наседает, прессингует. Хорошо, правой заходит у Женебека. Да, причем снова двойку выбросил Женебек, и левая зашла как раз. Атака с правой руки со стороны Алимханулы. Пропускает Брандт, но вскользь. Брандт ушел в пассив. Сейчас пока ничего не показывает. Отдает пространство, ждет атаки от Алимханулы. По корпусу здорово. Здорово. Выцелил и подловил как раз-таки в оголенную брешь своего оппонента.
Жанибек Алимханулы продолжает он наседать. Постоянно вот так нервировать, держать в колоссальном напряжении своего соперника. 10 секунд до конца третьего раунда. И я думаю, что рано или поздно Брандт должен уже пойти на риск, пойти вперед в атаку, потому что, опять же, вот так он проигрывает уже третий раунд к ряду. Наставник Жанибека Алимханулы сейчас в углу накачивал. Напоминаю, что тренирует Жанибека именитый Бадди Магирт. Да, и призывал он своего подопечного не лениться, работать больше, выбрасывать больше ударов. Но при этом Жанибек все контролирует пока, все спокойно для него. Хороший сдвоенный джеб сейчас заходил у Жанибека. И здорово разорвал дистанцию. Не дал в ответ попасть по себе Брандту. Как-то не верится, что тактика Брандта на этот поединок принесет успех. Не то чтобы принесла бы успех, а скорее, что она будет работать именно вот в таком ключе, что он изначально планировал работать с дистанции и пытаться перебивать именно на скорости Жанибека. Потому что в любом случае Роб Брандт должен был посмотреть поединки Жанибека и понять, что в скорости Жанибек его превосходит. А здесь мы видим, что он работает от оппонента. Это его главная ошибка. То есть ему, да, нужна работа первым номером. В принципе, позволяет делать Жанибеку то, что тот сам хочет. То есть Жанибек работает в свое удовольствие и без особых пока что переживаний для его поклонников и секундантов. И мы видим, что контроль по-прежнему ринга на стороне Жанибека Алимханулы. Выбрасывает сдвоенный джеб Роб Брандт, но не попадает, все в молоко. Снова джеб раздергивает Жанибек. Он призывает Роба Брандта идти на него. Конечно, ему комфортно было бы встречать соперника. Ну да, где-то переиграть на встречных курсах, на более короткой дистанции. Но по-прежнему максимально осторожно Роб Брандт избегает он прямого столкновения. А вот Жанибек подходит поближе и чаще начинает попадать. Да, своей левой рукой Жанибек снова попадает. Попадает здорово. Опять же, Роб Брандт остается на дальней дистанции, где он не сможет попасть. А вот Жанибек будет проводить атаки успешно. Хорошая комбинация. И как правый заходил, как таран. Снова контроль на стороне Жанибека. Не дает он ничего сделать Робу Брандту. И вновь левой рукой попадает. Оттянулся Роб Брандт. Ну и сам выбросил двойной джеб. Опять все по воздуху. Прошел джеб у Брандта. Да, сейчас удалось зацепить. Но это такой единичный случай, если рассуждать на фоне всего того, что мы успели уже посмотреть в этих раундах. Да, Брандту нужны повторные атаки. Очень низкая эффективность пока что у Брандта. Ну что ж, продолжается поединок. Пятый раунд. Призывал Бадди Магирт Жанибека быть умнее, работать двойкой, чаще попадать. Причем удар-то проходит. Действительно. И не лениться, опять же. Была команда. Больше выбрасывать удар. Джеб. И тут же по корпусу со стороны Алимханулы. Еще один раз удар. Корпус заряжает сильнейшей рукой Жанибек. Джеб. Снова. Брандт пропускает все больше и больше. Опять прилетает джеб. Жанибек продолжает теснить, наседать и вот так раздергивать. Причем, если Роб Брандт и думает, что нужно действовать, то сейчас самое время, потому что пятый раунд, половина фактически уже позади. Нужно идти в атаку, нужно рисковать. Да, пока что, извини за каламбур, Роб Брандт все чаще и чаще робеет.
Вот неплохо на сайдстепе Роб Брандт поймал соперника. Видимо, ожидает, что Женебек пойдет активнее вперед. Ну и Женебек наградил его, в свою очередь, еще одним почтальоном. Сдвоенный джеб и сильная рука. Здравствуйте. Так. Полторы минуты еще работать в пятом раунде. Снова контроль ринга на стороне Женебека Алимханулы. Выбрасывает очередную двойку. Промахивается Роб Брандт со своими джебами. Хорошо слева заходит. И опять правый-левый. Да, повторные комбинации. Женебек выбрасывает. Причем ничего нового он не придумывает. Либо в корпус пробивает левой рукой, либо в голову. И это работает. Потому что, опять же, повторюсь, Роб Брандт находится на выгодной для Женебека дистанции. Перекрывается. Вот здесь Роб Брандт нащупал дистанцию. Едва не вошел в ближний бой Роб Брандт, но тут же выставил предплечье Женебек Алимханулы и хорошо отзащищался. Снова мощный джеб со стороны Женебека. И боковой хороший левый заходит у Алимханулы. И снизу тут же попытался поймать. Да, но удар не прошел. Так немножко даже пританцовывая подходит Роб Брандт, но без ударов, без какой-либо внятной эффективности. 10 секунд до конца. Снова джеб. И снова с сильнейшей руки залетает удар у Женебека Алимханулы. Раунд завершен. И всякий раз с улыбкой встречает гонг Женебек. Ну, есть повод пока. Призывал, да, призывал наставник Роба Брандта действовать более активно, более агрессивно, подраться по-настоящему. Но пока что мы видим, что все идет в одну калитку. И вот нокдаун. Да, нокдаун. Колено. Открыт счет. Роб Брандт не понимает, как ему нужно действовать. И это непонимание у него с самого первого раунда. Боковой удар. Но мимо, со стороны Женебека. Вновь он идет в атаку, прессингует Брандта. Снова правый прямой. Вот и здесь нужно смазал, работать Брандту. Смазал удары свои Брандт. Очень технично действует Женебек Алимханулы. Переигрывает. Хорошо пробил сквозь блок. И тут же добавил в корпус представитель Казахстана. Да, все получается у Женебека. Продолжает он гнуть свою линию, спокойно выигрывать этот поединок. И тактика Роба Брандта не меняется. Джеб на скачке залетел сейчас. Активно кружит Роб Брандт, пропускает снова двойку. Попытался достать боковым, но вновь неудачно. И по корпусу мощно. На скачке пробивает сильнейшие руки Женебек Алимханулы. Чувствует Женебек, что может нагнетать, что все больше и больше у него проходят удары. И менее опасным становится Роб Брандт. Снова джеб. Если Брандт еще в начале выбрасывал какие-то удары, то здесь их практически уже нет. Снова правый-левый отрабатывает Женебек Алимханулы. Минута до конца шестого раунда. Активно двигается Роб Брандт. Снова сдвоенный джеб. Бьет молоко. Да, и никуда не попадает. И хорошо, левый залетает сбоку. Двойка тут же прилетела. Отличная атака от Женебека Алимханулы. Все проходит. Раздергивает Роб Брандт, но вновь без ударов. Вроде бы и выходит на среднюю дистанцию, но не выбрасывает ничего абсолютно. Снова джеб мощный. Силовой джеб тоннажный, да, зашел как надо. Поединок продолжается. Очередная двойка со стороны Женебека Алимханулы. Еще один удар мощный. Ну ты знаешь, если не сказать, что Женебек избивает, да, это, наверное, преждевременно будет, но сотрясает раз за разом, это однозначно.
своего оппонента. Вопрос в том, сколько готов Роб Брандт терпеть. Сказали в углу Робу Бранту, что ты не отвечаешь на удары. Нужно больше работать правой рукой, выбрасывать больше ударов правой, поскольку ты проигрываешь раунды. А в углу Женебека Бадди Магирт сказал, что ты отлично ведешь поединок и нужно закончить ярко. Ну, постепенно становится очевидным то обстоятельство, что Роба Бранта спасет только досрочный финиш в его пользу. Опять же, перспектив у Роба Бранта пока не видно. Как он сможет финишировать и за счет чего пропускает удары, но вроде бы стал выбрасывать больше Брант к седьмому раунду. По крайней мере, вот сейчас в этом эпизоде пошел вперед. Но снова сейчас отдает пространство. Да, и снова начинает Женебек Алимханулы прессинговать оппонента. Опять подходит правый-левый. Даже когда в блок попадает Женебек, то руки сотрясаются. У Роба Бранта тяжело перекрываться. Промахивается Брант снова. Не успевает за Женебеком. Не получается догнать соперника. Вот двойка со стороны Женебека Алимханулы, но мимо. Тем не менее, без ответа со стороны Бранта. Снова в центре. Взяли небольшую паузу. И опять джеб на скачке. Подкрадывается Женебек Алимханулы. Поджимает. Режет углы. Здорово. Можно здесь проводить атаку сейчас. Роб Брандт попытался как раз таки правой рукой, что ему советовал угол, действовать активнее. Но опять же, все в блок. В блок, да. И получились не столько удары, сколько такие тычки по защите. Тем не менее, поединок уже более конкурентным, хотя бы кажется. Если предыдущие раунды Брандт просто отдавал, то здесь он уже борется. Ну да, хотя бы старается поменьше пропускать. Потому что то, что было раньше, очень много ему залетало. При этом ничего не было в ответ. Сейчас в ответ он выбрасывает удары. И старается что-то сделать, что-то показать. Джеб со стороны Алимханулы. Да, и Алимханулы продолжает свое преследование. Поджал канатом, пробил в корпус сильнейшей руки. Снова в широкой стойке. Алимханулы не дает сблизиться Робу Бранту. Двойка. Как правило, когда мы видим поединки левши против правши, вот сейчас хороший удар слева проходит, мы видим противостояние вот этого контроля, но хороший удар. Первый Бранта хороший прошел. Удар, наверное, да, за все раунды. Вот настолько четкий и плотный получился у Роба Бранта. Так вот, когда мы видим противостояние левши против правши, у нас всегда возникает такой момент, кто будет контролировать переднюю ногу, кто будет контролировать позицию, и часто левша или правша наступает на переднюю ногу оппонента, чтобы зайти как раз-таки за нее. Но здесь этого нет. Здесь Роб Брандт полностью отдал Женебеку Алимханулы в центр и дает ему возможность работать первым номером. Now I'm healthy. I'm ready mentally for this fight. Я готов, я здоров, говорит Василий Ломаченко к этому поединку. Да, причем готов не только физически, но и ментально, как он сам сейчас сказал. Да, вот его отец как раз-таки настраивает на бой, уже последнее приготовление, экипировка. Говорил Василий Ломаченко действительно в интервью, что психологически также он к этому поединку готовился определенно, разобрался со своими проблемами, со своими внутренними демонами и полностью готов к этому бою, к своему возвращению. Ну, а мы возвращаемся в ринг, где у нас сражаются Женебек Алимханулы и Роб Брандт. Восьмой раунд. Да, и принципиально картина поединка у нас пока что не меняется. Все так же владеет ощутимым преимуществом и переигрывает, перебивает Женебек Алимханулы. В то время как Роб Брандт пытается подобрать какие-то ключи
не самой стандартной техники Женебека. Вот сейчас хорошее было попадание, кстати, у Роба Бранта. Да, стал больше выбрасывать. В предыдущем раунде Роб Брант и удары проходили. И вот сейчас в основном джеб. Одиночные. Серийные да. Не залетали. И вот сейчас джеб прошел. Заходит он за переднюю ногу временами. И может включать дальнюю руку, пропускает апперкот. Снова отдает пространство Брант. И двойка заходит у Алимханулы. Здорово. Но повторных атак не хватает. Да, не бросается добивать, кстати. Попадает, но по-прежнему выдерживает все хладнокровно. Не видит, что потряс соперника, поэтому, я думаю, не продолжает. Тактически очень аккуратен. Еще одна атака. Вот сейчас почтальон был, но по блоку со стороны Женебека. И тут же дважды по корпусу успел пробить. Один из них прилетел снизу удар. Призывает Женебек идти на него, Роба Бранта. Но Роб Брант непоколебим. Да, не принимает он это приглашение. Ну и вот так вот переигрывает по-прежнему и перебивает Женебек Алимханулы на всех уровнях Роба Бранта. Активно перемещается Роб Брант, но без ударов. Снова отдал он пространство. Еще один джеб. Может включиться. Продолжает подшагивать. Может включиться Алимханулы. Я думаю, что может провести серию атак. Роб Брант уже не представляет особой угрозы. Но пока вот удар корпуса. Выдерживает свою тактику Алимханулы. Да, ну посмотрим, что будет в 9-10 раундах. Если, конечно, до этого дойдет. Хорошая была сейчас атака со стороны Женебека. И опять джеб. Прошел удар. Сколько уже принял этих джебов за 8 раундов? Роб Брант. Это с ума сойти можно. И сколько еще успеет принять, судя по всему, за оставшееся время. Раунд завершен. Сейчас послушаем, что скажут в углу. Это все, говорит тренер Роба Бранта. Я не могу позволить тебе навредить себе. Да, какая-то обреченность сквозит уже в словах наставника. Нужно остановить этот поединок, иначе может быть нанесен большой вред здоровью твоему. Ну и тут такое уже коллективное убеждение пошло в ход. Ну и давайте посмотрим. Действительно, для этого есть основания. Да, все. Поединок завершен. Женебек Алимханулы одерживает победу. Досрочную победу ввиду того, что... В десятую. Да, тренер не позволяет Бранту выйти на следующий раунд. Остановка секундантами. Поздравляем Женебека с этим. Ну и вот уже Бадди Магирт вышел, поздравил своего подопечного. Фанаты из Казахстана тут же. Отличное выступление. Искрывает эмоции. При этом наверняка действовал Женебек Алимханулы в этом поединке. Атаковал с дистанции. Дис Климас на ваших экранах был. Менеджер. И... Минимизировал все риски Женебек, не дал ничего сделать Робу Бранту. И угол американца это увидел, понял вовремя и просто не стал рисковать. Понимает, что Роб Брант также к риску был не готов. Не готов был идти вперед, выбрасывать удары, попытаться вырвать победу и, соответственно, снял бойца. Ну, а Женебек просто выполнил свою работу, отбоксировал на должном уровне, с чем мы его и поздравляем. Ну и давай дождемся официального объявления вердикта. Смотрим сейчас количество ударов силовых. Все ясно, без лишних комментариев. 9 точных попаданий у Бранта и 65 у Женебека Алимханулы. Безоговорочная победа. Опять же, тактика Роба Бранта изначально была неправильной. Полностью отдать
инициативу сопернику, работать от него можно было, но при этом нужно было выдерживать дистанцию, среднюю или ближнюю, и работать оттуда. Но когда ты проигрываешь в скорости, когда ты проигрываешь в длине рук, тебе ни в коем случае нельзя оставаться на этом расстоянии, на котором ты не можешь попадать, но при этом твой соперник может попасть по тебе. Ключевая ошибка. Роковая ошибка. Да, ну, случилось то, что случилось. Сколько раз так уже бывало, когда прекрасно понимаешь, как работает соперник, все уже изучил и законспектировал, но выходишь в ринг, и не работает ничего из того, что задумал ранее и отрабатывал. Да, опять же, бывает, конечно, по-разному. Мы не знаем, как проходила подготовка Роба Бранта. Были ли травмы? Как правило, они случаются. От микротравм никто не застрахован. Но либо психологически не подошел правильно к этому поединку Роб Брант, либо действительно какая-то травма повлияла на его выступление, потому что раньше, опять же, повторюсь, такого за ним не водилось. Как правило, он тактически очень грамотно рассчитывал свои бои. Покинул ринг Роб Брант, не стал дожидаться официальной церемонии, и понять его расстройство, конечно же, можно. Ladies and gentlemen, here inside the Virgin Hotel Las Vegas. After the eighth round, the red corner requests referee Michael Ortega to call a stop to this bout, declaring your winner by technical knockout and still WBO Global and WBC Continental America's middleweight champion, Janibek Kazakhstan Alimhanova! Ну что, наши поздравления Жанибеку Алимханулы и его поклонникам, как говорится, Алга Казахстан. Да, все еще чемпион по версии WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе. Поздравляем. И сейчас посмотрим, как это было. Вот хорошо заходит с дальней руки. Но тут по всем статьям, конечно, перебоксировал Жанибек Алимханулы. Очень плотно бил, прицельно. И даже от джебов голова Роба Бранта отлетала далековато, скажем так. Несколько раз достаточно неплохо Роб Брант левой рукой достал соперника. Но этого было, безусловно, недостаточно. И при этом мы видим, что Жанибек Алимханулы выбрасывал обычные классические комбинации. Двойка, контроль дистанции джебом, работа левой рукой по корпусу. И этого было достаточно в этом поединке, чтобы одержать досрочную победу. Да, отработал, соответственно, своему классу. То есть и, в принципе, даже силы смог в каком-то смысле сэкономить. Ну и вот момент завершения встречи. Еще раз поздравляем Жанибека Алимханулы с великолепным выступлением.